Raid Games — это не просто интересная группа, это магазин, созданный геймером и ради геймеров еще в 2014 году. Множество консолей, комплектующих игр, новинок и актуального свежака, товары как заводской пленки, так и с пробегом, а ежедневные аукционы поднимут настроение любому видеоигровому фанату. Raid Games, мы ждем тебя. Ссылка в описании. Привет, друзья! Всем привет! Мы сегодня с Алексеем, с участником группы и подписчиком моего канала, будем рассматривать то шитбокс, который вот он недавно совершенно получил от кого? От Романа Демика. Да, одного из админов, собственно, самого то шитбокс проекта. И я сейчас повторюсь, этот то шитбокс пришел не ко мне, и игрушки, которые здесь вот вы сейчас можете увидеть, выбирал Алексей. Сейчас пойдет к тебе. Я хочу сказать, что я на этапе выбора не участвовал, поэтому могу просто постфактум резюмировать вот, собственно, приобретение, которое мы видим здесь на столе. Сразу хочу оговориться, те, кто фанатеет от лицензии и не любит пиратку и все такое, то есть, ну, наверное, дальше смотреть не стоит, потому что все, что здесь вы увидите, это продукты нелицензионного, скажем так, характера. Давай потихонечку. Сейговский картридж 4 в 1, на котором мы видим Championship Pro AM, Super Hang-On, Super Off-Road и Road Blasters. Почему выбор пал на этот картридж? Знаешь, никогда вообще не играл ни разу в гонке ни на одной консоли. Ну, пару кроме Дэнди. Дэнди, которые были гонки где-то с цепями на цикле. Ну, твоя задача была выбить противников. Сейги была, Road Rash. На Сейги, точно. Да, Road Rash. Единственная гонка, в которой я играл. Ну, Hang-On не в таком гонке. Немножко восполнить пробелы. Ну, в целом, на мой взгляд, если вот как бы рассматривать с точки зрения сборника и гоночного сборника, в принципе, ну, картридж более-менее интересный. Кстати, в таком оформлении у пиратов я картриджи ни разу не видел. Мне интересно просто, что это за контора. А, скорее всего, это, наверное, New Game, наверное. Видите, традиционное оформление немножко отличается. Понимаю, что снимаем статичной камерой, приблизительно получится. Но можете поверить, что немножко все-таки разное оформление идет у картриджи. А, к сожалению, на самом карике не подписан, кто создатель. Нет, просто написано, что с ним не надо делать, если картридж у тебя не умер раньше времени. Да. Дальше идет диск на Sega Dreamcast. У меня, например, этой консоли нет, и как вы с Алексеем тоже ее нету. И зачем взял диск, тоже странновато, да, получается, немножко. Когда-нибудь я обязательно куплю, и мне надо будет. Прежде чем дождусь, пока дойдут остальные покупки СДБ, чтобы мне было во что поиграть сразу. Ну, разумно. Значит, диск от Sega Extreme Sports. Почему тоже вот, такого спортивного плана выбор? Или ты брал из того, что... А выбора не было. Понятно. В общем, надо было взять что-то для Dreamcast'а, неважно что, лишь бы только про дальнейшем проверить. То есть это потенциально проверочный диск получается, да? Понятно, окей. Снова спорт, только уже на PlayStation 1, походу делал какой-нибудь Кудос, да, наверное, сборник. Не совсем вижу, что здесь. А Кудос, ты видишь, что пиратка? Это были конторы, были Кудос, Парадокс, такие самые наиболее популярные компании, которые, ну как компании, ну, ребята просто выпускали переводы любительские. FIFA 2003 и NBA Live 2003. Тебе нравится спорт, да, так? У меня это, когда было в детстве, когда мне принес ненадолго, правда, не моя была PlayStation, мне другу подарили на день рождения PlayStation, а дальше друг уехал на все лето куда-то в корейский лагерь, ну там какой-то лагерь. Вот. И получается, что его коробку с его PlayStation первым скрыл я, потому что он не оставил на лето. И это был единственный диск, который шел в комплект. Ну, когда родители выбрали первым диском. Ну, не конкретно этот сборник, но с этими играми. Там был два диска, вот один раз с FIFA, второй был с NBA. Ну, я по поводу FIFA и NBA сказать ничего не могу, потому что я серии начал увлекаться еще с времен 94 года, когда выходил FIFA International Soccer на Sega. Это была первая футбольная игрушка, которая мне на консоли понравилась. И следующая и последняя футбольная игра, это был FIFA 98 Road to World Cup. Там, где вначале, если ты, может быть, играл, нет, играла песня Blur. Да. Вот. После этого футбола я больше не играл. Ну, пытался, но у меня почему-то не получается. Но тем не менее, если нравятся футбольные такие спортивные сборники. Я же не то, что нравится, но просто я в этот конкретно вот в этот футбол практически все лето провел.
Ну, ок. И поэтому он не близок. Ок. Конкретно он. Привет из детства, в общем, получается. Еще один спортивный сборник на PlayStation. Это уже Нигера перевод, да, тоже такая тоже была там команда переводчиков. Мирега. Мигера. Мигера, да, вот смотри. Вот. Три экстрим. Здесь у нас получается BMX, скейт и ролики. Тоже даже с этим диском связано? Нет, чисто забить место на полке. Такое прям боевой диск, не знаю, видно будет на камеру. Не было ни одного диска для всего PlayStation на момент, когда приехали эти. Вот. И выяснилось, что у меня, во-первых, все на PlayStation лазер, но когда я нашел, под каким углом там 45 градусов его поставить на самой консоли. Это да. Вот. У меня кое-как прочитался этот диск, я решил, что ну, раз он единственный, кто прочитался, то он достоин того, чтобы остаться на полочке. Серьезная причина. Ну ладно. Ок. Единственный диск из этой всей кучи, который работает на ПК, это Call of Juarez The Cartel. Я хочу сказать, что эту игру я проходил, она довольно интересная. Это единственная часть Call of Juarez, которая происходит в наше время. И один из главных персонажей является предком главного, одного из главных героев оригинального Call of Juarez, вот проповедника. А игра очень мне напомнила Battlefield Hardline почему-то. Не то, что прям сильно по сюжету связано, но вот что-то у них есть общее, такое роднящее. Ты почему этот диск взял? Я посмотрел просто на нее обзор. Вот. И что-то прям вот как-то стал интересно. Хотя я ни в одной из предыдущих серий не играл. Но я хочу сказать, что игра довольно интересная. И, по-моему, даже есть русская озвучка есть, что ну, сейчас, к сожалению, не часто встречается. Плюс классный, очень классный саундтрек именно в духе вот Дикого Запада. Отличная музыка, прям рекомендую, честно. Так, и два диска на PlayStation 2. Один лицензионный, но почему-то не в родной коробочке, от бессмертных Rockstar, это State of Emergency. И Чудаки в переводе от MTV. Ну это классика. Классика. Это просто я вот в эту игру очень много влюбился у своего друга, того самого, которому вот сначала подарили первую. Мне просто родители подарили только Дэдди, и на этом успокоились. Сказали, что я так же есть на спектру. Знакомая логика. Вот. А вот этому человеку повезло больше. Ему дарили каждую серию консоли. Здесь, насколько я помню... Вот. И, собственно, в эту игру мы провели очень много времени, потому что она действительно угарная. Вот. Это сборник челленджей получается. Там челленджи, причем такие, там, условно, задача скатиться на, кого, на матрасе с горы и цель, как можно сильнее травмировать своего персонажа. Получить как можно больше увечий. Да. Что-то похоже в Saints Row было. То есть есть определенный там, за каждый там перелом руки, там столько-то очков, там, за ходышки столько-то, за разорванную машинку вообще много. Да, конечно. Там тоже такое есть. Все, что прикольно, здесь все это оригинальные персонажи оригинального Джакас, да, то есть там Стив О, Джонни Ноксвилл, да, я понимаю. Все. Это прикольно. Я игрой особо не увлекался, и, по-моему, она на PSP выходила. Пару раз запускал, но что-то как-то не проникся. А шоу мне Чудаки очень нравится. Я помню, что первый сезон смотрел, мне прям до слез, честно говоря, до слез смеялся. Это был глоток сверху. Я в нее, когда уже ее достал. Я даже решил, пересмотреть еще пару сезонов. Но оно того стоит. State of Emergency, как уже говорили, лицензионный диск, единственный в этой подборке, лицензия для PlayStation 2, но это, в общем-то, в коробке не родной. Состояние, кстати, ну, такое тоже боевое. Что скажешь про эту игрушку? Про эту игрушку не скажу абсолютно ничего, потому что я в нее поиграл буквально 10 минут, но пока было времени не было. Ее я взял исключительно из-за того, что Rockstar, ну, а да. Я очень ценю и уважаю эту компанию. И, соответственно, просто ради того, что это Rockstar, она имеет право находиться у меня на полочке. Ребят, от себя хочу добавить то, что проект Toshit Box, взявший свое начало в 2015 году, насколько я помню, его дело живет и побеждает. Довольно много людей приняло участие в этой акции.
Этих коробочек Тоши Бокс ходит достаточно много уже по России. Я не знаю, вроде же отправляют сейчас, нет? Нет. Наверное, нет, да, так что... Я спрашивал, можно ли отправить мне его? К сожалению, да, те, кто жил в других странах, видимо, только, наверное, как-то через знакомых, ну, видимо, какую-то договоренность могут получить Тоши Бокс. А вообще, всех желающих, все, кому интересен этот проект, или кто просто заинтересовался вообще, что же это такое вообще Тоши Бокс, я оставлю под видео ссылочку, вы можете зайти и ознакомиться. Я вот, например, Тоши Бокс получаю каждый год, так получилось. В 15-м году у меня было осенью, в 16-м, и свой последний Тоши Бокс я получил вот весной или летом, я уж не помню, ну недавно относительно. Так что советую всем, кто интересуется обменом вслепую, обменом рандомным, обменом игровым, ознакомиться с проектом Тоши Бокс. Ну а на этом все. Главное, будьте честными в проекте и не кидайте мусор. Да, всякие там рекламки, да, из кинотеатра не надо класть, да. Ну а на этом все. Спасибо. Все, пока. Пока.